Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов поздравил семью Туговых с получением ордена «Родительская слава». Указом президента России Владимира Путина отмечены заслуги Резуана и Риты Туговых из Красного Востока в укреплении Института семьи и воспитания детей. У них 6 дочерей и 2 сына. В семье прививают детям любовь к труду и учебе. Ребята помогают родителям в ведении домашнего хозяйства. Глава республики Рашид Тимрезов поздравил многодетную семью с получением заслуженной награды. Считаю, что главной наградой в жизни является та атмосфера любви, взаимоуважения, доверия и поддержки, что царит в доме. Все члены семьи заботятся друг о друге. В этом и заключается важнейшая ценность и достижение Резуана Георгиевича и Риты Наурузбиевны. Пускай в вашей семье всегда царят благополучие, мир и добро.